мы пугов добираем, да? Да. Я тогда рулю на ДД. Это надо предупредить. Все равно, даже с пугами мы ролим гильдейским рейдом. Там будет только 3 пуга, все. Будем ролить так же по пиву. Можно мне, да, на ретрика паролить чуть-чуть? Ну, блядь, никому не нужно, не будет паролить. Че, у тебя 2 ретрика в платье, блядь. Как ты думаешь, можешь ты паролить на ретрик или нет? Смотри, как они одеты. Саму тирает. А, уже чистить? Куда все убежали? Где шкаф? Куда шкаф уехал? B204, блядь. Давай. Хуй, я тебе там хуйни пишу, блядь, 204. А, это кстати ДМ, кажется. Водные подмышки. Гарнула вот эти самые. Водные подмышки, я говорю. А, ага. Налетели на СП. Идите на сумму все, блядь. Да вот тут все уже суманули. Так, блядь, садитесь в тачки, идите помогайте чистить. Я арбуз ем. Да. Вот, ты чё молчишь?
еще два куска надо. Чел, ты. Вась, подрубай стрима. Стрим, как смотришь в Дискорде стрим. Я вас само не плюсуюсь. А вы аукцион это раскачали? Какой? Не работает. Да? Сейчас проверим. Да там в Сирусе типа написали, то, что аукционатор выкатили на сайте. Это не знаю, какой аукционатор. Я скачал, пойду сейчас проверим все. И больше кто-то бабки будет зарабатывать. Кто такой Хэви? Хэви. С ролик Уси. А, это... Я что-то, так... я что-то не понял, блин. Да, лор. А где Даша в игре? Она что, не вредит, что ли? Мне пишет сова 203 равен. Пойдет только с роллом на танк. Брать? Пусть идет. Да, что вреди или. А, тьфу ты на локи, что ли? Да, она. Росила тьмы. Культяпка, блядь. Да, что ты скажи в Дискорде слово при высокомного рассматривающей. Да, что тут? Да, да, да. Если не на канал, народу нет. О, какие супы накидашь. Даш, чем доебался? Я, блядь, осилил его. Кого ты осилил?
скоро вызекало. А может 20 минут просто щелем сидим? Блин, ну кстати, аукцион это работает нормально. Все он, есть. Он типа такой же, как и прошлый? Да-да-да, вот. Купить, продажа, отмена, аукционатор. Все работает. Ладно. Только скачать надо с сайта сервиса самого. А что, кто тебе нужен? Давай попробую добрать. Не, Аргадат нужен. Зачем на милики? Ну, с ним мы будем тарима хайп бить, зачем на милики нужен? Конечно, сомневаюсь. Да, 25 миллионов. Ой, что ты молчишь, Вадь? Слава. Сейчас доберем лаз череп и полетим. Офигеть. Обалдеть, он работает еще круче, чем до этого. О. Да тебе повезло. Даша, ты должна заговорить. Даш, конечно, скажи что-нибудь. Скажи, типа, дорогу были, откуда всплыли? Это робот, пацаны. Все. Кого? Что может быть на ролла? Надо смотреть. Не добрал. Так, поставьте шкаф еще раз локи. Тут не 125. А ты, блядь, чел, берешь 10, блядь. Тут танк. Блядь, мне этот чел заебал на друиде. Какой, суф? Нет, другой, который, блядь, путят. Как тебе разница, тот танк? Не, Антох, вот тут придется извиниться. Вася. Принимайся близко к душе. Я не хотел тебя. Я принял к сердцу, понимаешь? Теперь возьми. Пока Даша ничего не скажет, я тебя не извиню, смотри. Ты все происходит, да, Дисо? Так. Сейчас умонится чел. Два чела заходят. Правильно же? Два. Так у нас уже сидит разрушитель, нечаянно сидит. С тобой кто есть? На стрелке. На этом, на собирателе точнее. Нечаянно. Кто? Кто с тобой сидит? Тельять. Мышь, мышка Гуа. Я понял. Нет. ДС, я же скидывал ДС. Господи. Ой. Что за хуйня? Так, давай, прыгай ко мне. Волшебник где-то. Три человека мне, кто умеет стакать получить дан, адекват. Давай, Бонжови, прыгай в тачку. Еще два человека, присадите мне. Садись. Рога, ты уверен? Я тебя просто первый раз вижу. Абсолютно. Давай, прыгай. Или ты твинчит? Нет. Садись, Лада. Так, и три... Нет, нету никого. Сейчас перенесу тебя. Так, и три человека мне присоединить, кто умеет подбирать и кто сломает мне пушку на танке. Три человека мне напишите, присоединитесь. Ну, я сейчас сам назначу, если не будете писать. Долг, давай ты в ДД, давай ты сломаешь пушку, ну садись кому-нибудь, вон, Галаде садись. Давай, садись в культяпку к Silent Hill, ахуя какой-то. Лучше писать. Чего?
Asus. Так, ладно, еще один человек мне. Тут уже не один Asus. Один человек в пушку, плюс Анисе. Асус, сломаешь точно? Справишься? Садись, разрушитель, в любой ищи, который с трех стоит. Док, ты сел в пушку? Да, я с кем-то начал. У всех, проверьте, 5 разрушителей, у всех есть люди в пушках. Все, давайте. Так. Закидывать у нас не будет, получается... Да, давай, ты Silent. Слышишь, Рога? Слышу. И закидывать человека, кого не будешь, только по команде. Если я скажу, кто там с тобой сидит? Пушки. На душе я не иду. Ну, посмотри, наведи на танк у тебя с правой стороны, наведи. Asus. Ты, короче, не загружаешься. Починись. Просто сидишь и, короче, дурачишь эти получеданные. Если я тебе скажу, по команде закинешь. Вот. Получается, что, бой, как стакаем 10 колчеданов на танке, десятку стакаем, ваши стрелки, не стрелки, а собиратели, вам пополняют колчедан, и загружайтесь в копш. Закидываем, ломаем пушки и долбим танк. В луже не стоим, не морозимся, масло не разливаем, чопперы, это вас касается. Косты сбиваем, давайте, думаю, все знают, типа, че даю. Жарик, раздупляйся. Все, заезжайте. А теперь самый главный вопрос. Войд, где стрим? Убивайте колчеданы, заезжайте потихоньку. Самое главное, прошу вас, не морозьтесь нахуй, блядь. Блядь, ну я команду давал. Че, ебанутый, что? Бейте. У вас разрушителя нет. Лада вылетел? Да, зачем вы пулите? Ну я хз кто спулил, можно как-то проверить эту хуйню? Ну короче, упадите, ебать, у нас разрушить нет, смысла нет. Упали. Заморозились, я не знаю, что делались. Кто спулил? Просто с машины выйдите и умрите. Наверное, посмотрите. А нахуя ты с пулю? Пиздец. Топлист тоже наш, что ли? Ча? Смотрите, блядь, это гильдейский рейд. Будете слакать, я вас терпеть не буду, ребят. Не похуй, какой у вас гир. Таким тосиком, дружок. Ладно, земля металла му. Пуг был? Да тут ты 3 пуга или 4 вообще. Спулил, недовольный, блядь, обиделся. Ой, бля. Андрей, это гильдия потной подмышки. Зачем спулил, блядь, пишет? Я бы сказал, но не расскажу. Гений просто, ебать. Ну, чем хочешь больше времени потратить? Я токсик, я слова ему не сказал. Я его спросил, нахуй спулил. Знаешь, когда 25 человек из пугов и все софы, тут и проблемы уже, понимаешь? Когда их 25, вообще пиздец. Да, блядь, да лучше тут реально 22 двумя гильдейскими, нахуй, чем вот этих, блядь, бомжей набирать, нахуй. Вообще неадекватных просто. Садитесь, кто сидел, все по тачкам. Сейчас, релок надо сделать. Раз 4 тела пойдем, я ебал. Про Алгалона как мы бить будем в 24? Какую Алгалон, успокойся, ебать. Алгалон, блядь. Починись, ладно. Здесь бы побычку пройти. Не ходи больше без этого. Без пассажира. Кто без пассажира? Бонжой, я без пассажира. Ну, все садитесь по разрушителям, ребят. Так как сидели все.
Ты же Вашка не сидел в разрушителе, нахуй туда залез? Я слез уже. Обратно сел, куда сидел. Ходите в разрушитель, там один свободный. Сейчас сяду, релок делается, я накидал. Давайте в темпе ебать, уже полчаса дрочим с ним. Делаем все то же самое, закидывают те же самые люди, которые я команду давал. Только, блядь, не культи нахуй, без команды. Культяпы, что не так? Так, вкатываю. Кто там сидит с тобой, Рога? Со мной, сейчас скажу, Ивашкин. Ну, бля, вылези, Ивашкин, для тебя я же не назначал. Я сказал, кто сидел уже на прошлом трае. Ты сидел на прошлом трае? Я сидел. С кем ты сидел? Ты не, я тебя не назначал. Я не знаю. Ну, я не знаю, с кем я сидел. Бонни вроде или что-то такое там. Иди в осадку. Сядь. Было свободное, сел кому было. В разрушитель стоятся только те, кого я назначаю. А не так, блядь, которые нахуй. Ну, я сакать умею, нормально все. Сейчас, секунду. Бля, ебать, он долго разобрается. Все, давайте, сейчас еще раз следующий даю. Бля, что-то у меня этот кулшедан не горит, нихуя, ебать. Сначала горел, сейчас... Ты пополни его, ты пополни его на этом? Он отремонтированный. Эй, вот да. Этот, ебать, закидывается, этот, блядь, выедывается, его надо выкинуть. Не понял. Ну, в пушке у нас... Ну, зачем ты сел, сова? Зачем ты сел? Я же сказал, стаком 10 кулшеданов, и только тогда закидывал. Вылезь, садись обратно. Я дам команду, когда вам загружаться. Сядь в этот, блядь. Ну. Сядешь? Все. Давайте, пуляйте осадки. Вот. А что там одна стоит осадка или нет? Вон одна сзади пустая осадка стоит. Пусть. Поехали, хватит 4, блядь. Босс уже дрочите, блядь. Этот босс вообще изи нахуй. У нас так и, блядь, не проебывать, вот, умоляю. Почему у меня сова умирает? Я не понимаю, просто я вообще ебал нахуй. Это просто рофл, закидывайтесь. Вместе с Асусом, блядь, который там, который он не назначал. Давай. Почему ты умираешь? В чем проблема? Что я говорю не по-русски или что, ебать, я не понимаю. Я, конечно, понимаю ВПГ, но вы как будто заходите, и у вас сразу же мозг просто отключается, ебать. Вот здесь не нужен, ёба. Там сколько человек? Одну пушку осталось сломать. Все осадки за разрушители, все закидывайте своих пассажиров. Все закидывайте. Да. Кто заразлил папа? Да, братан, пополни. Чел, три фуга рейди, тебе Рейл сказал стак и 10 стаков. Все в порядке. А что, он останавливаться будет? Тебе сказали, что тебе надо сделать. Почему ты делаешь по-своему? Пацаны, кто едет Silent Killer? Если вас не справить, его можешь до сидули сделать. Я тут никого не держу, ебать. Зашли тут, сука, со своими правами качают, ебать. Ебаный пики, ебать. Я говорю, босс забагался. Пушки сломали. Не падайте, ебать. У нас вообще, блядь, все стаки проебали уже. Ну правильно, мы должны были уже слетать. Хотя почему нечаянно брать набил? 32 ляма на фаер, блядь, 14. Я 10 так удержу. Нормально вообще? Это пиздец просто, ебать. Пришел один челик в гирейд и пишет, как мне нужно убивать босса, ебать. Я просто рот ебал, нахуй. Его, нахуй он тут не надо. Да я ебал, все, короче, ну, мы идем, я не буду пугов добирать больше.
Идем, что есть, то есть, блин. Да и похуй, что он вернул, блядь. Мне вообще поебать. Я бы кикнул сейчас сам. Так, блядь, я же прошу людей, спрашиваю, кто может посидеть. Если вы шарите, почему вы молчите, блядь? Ну вот терабайпайте. Сейчас прилетим, поставьте шкаф Локи, смените ворон. Это просто нонсенс, блядь. И вы, блядь, вот человеку сказали, ебать, что делать надо. Нет, он по-своему сделает. Я убиваю так, нахуй, и все, я буду делать так. Типа на аутисна. Поставьте на шкаф. А что, поставь шинку на полет на пушке, чтобы взбить? Ты сломаешь на ханьке пушку, объясни мне, на танке. Я не знаю. Но я тоже но вот я не знаю. Я вот хочу попробовать хоть раз. Похуй. Ну, хочешь попробуй сломать в мили на ханьке пушку. Да? А, они мили пушки, да? Ну, там же, конечно, да, я помню, что кастеров каких-то туда отправляли. Сядь посадку просто, две косты. Ну, все. Соседний? Зачем ему стрелять в соседний, когда он должен сломать свою пушку? Жарен, кажется, не туда залез. Рекаунт. Один человек, кто умеет, блядь, стрелять, стакать и стрелять, нахуй. Точнее, стакать, блядь. Куча дам. О, не стакать, блядь, кто сломает мне пушку? Я сейчас сам, блядь, назначу. Арса, уйди сюда. Ты же не... Я магом постоянно летаю, асы стрелял. Не надо. Сядь с этому, к Сайлент. У тебя же нет, да, Сайлент? Да, нет, у меня уже сидит там куда-то. У кого нету человека в разрушителе? Бон Джови нету. Садись, я не можешь. Я просто сижу, что там. Блять. А, док сел. У кого нету в разрушителе человека? У кого-то нету, ебать. Всех есть? Блять, просто делайте, что хотите. Я док шустрый, даже не заметил, как он ко мне залез. Нечаянно, кто с тобой? У него сидит кто-то. Почему я, блядь, не вижу, кто сидит в пушке, ебать? Это пиздец. Нечаянно. Вроде он у Сайлента не помнит или мне помнит. Кто с тобой сидит? Все, ладно, давайте так же, короче, Сайлент, короче, не закидывает человек. Вот четыре машины, у которых, блядь, водитель. Бон Джови, Лада, я нечаянно, закидывайте, блядь, с этих, на танк. Сейчас, ну, Сайлент по команде, короче. Так, я еще раз говорю, не проебывать. Нани. Сейчас я заеду, блин, полутаю. Так, он нечаянно крыса сидит. Да я не знаю, как-то еще просто без команды залез. Надеюсь, не хан. Давайте, блядь, осадки. Лужи, не лейте. Поехали. 10 стаков стакаем и загружайтесь. Все, загружайся. Закидывай людей. Да. Что не останавливается? В смысле? Вы сломали пушки? Мы сломали пушки. Я не ебу. А я хз, как убивать тогда, если, блядь, он не ломается. Может, потому что они всех закинули? А какая разница, пушки сломали? Ну, таргетов нету. Вы закинули? Я просто с рекламом довезти один. Две сломали? А почему не закинуть два человека? Кто там был на пушках? Пишут, что две сломали. Не командовали мы, я никого не... Сказал, да, блядь, закинул. Не командовали? Вы чем слушаете, алло, блядь? Блядь, Сайлент, ты сказал, не кидайте, ты пока не кидаешь. Два танка, кто еще должен... Все, упали, я ебал, нахуй. Вы сейчас просто будете бить бабочки все, нахуй. Вы что, ебанулись вообще, нахуй, или что, блядь? Или что? У кого пуки сидят в пушках? Есть в разрушителе?
Это просто трэш, я не знаю. Я сейчас нахуй просто, блядь, лину, я распущу рейд нахуй, если вы будете нахуй хуйню творить. А мы в 22 тела не пронесем ульду разве? Хочешь у всех пугов покикал? Ну да. Это просто, блядь, вылезти пуги с разрушителя, я назначу своих. Гильдейских, кто знает, кто блядь, меня слушает. Так все гильдейские... Просто, блядь, два человека закинуло, вы что, кто не закинул? Мышки закинуло, кто еще? Блядь, с кем сидит Банжой? Кто у тебя сидит? У меня док, он полетел. И, нечаянно с кем сидит с мышью, да? Кто там еще сидит в разрушителях у нас? А, Жарик, ты сидишь в этом, да, в разрушителе, нет? Или что? Жарим. Ты сидел в разрушителе, правильно? Скажи мне. В Дискорде. А, ты еще не. Он еще не в Дискорде? Мы жарим картошку. Накиньте ему 300 кп, пожалуйста. А, некому. Просто мне уже жопа горит, нахуй. Бля, как там кп-то ебаный дается? Я же забыл. Потушите жопу, пацаны. Это пиздец. Я просто в ахуе. Это просто будет последний рейд, нахуй, блядь. Остановитесь! Садятся в разрушитель у нас на пушке. Мышь и жарим. Сидите в осадке. На пушку у меня залазят, блядь, Рекал, так это я, Дох, Чаприон, Асус и, блядь, кого я знаю. Блядь, пиздец. А я не понял, а как я заруинил трай? Ты понимаешь, что на эти... Ты вот скажи мне, Жарим, да ты, да, правильно? Да, да, правильно. Ты первый раз в этом рейде, в этой ульде, на этом боссе ты первый раз? Нет, блин. Ты знаешь, что РЛ назначает людей на разрушителя, чтобы они залазили на ковш, и чтобы они летели на танк и сбивали, блядь, пушки ебаные. Я назначаю, сижу людей, кто залетает на пушки. Я говорю людям, залезли, блядь, в ковш, залетайте на танки. Ты сидишь... Дрочишь, потому что я тебя не назначал, ебать. Ты сам залез в разрушитель. Я сижу в Дискорде, говорю, кто залез в разрушитель. Все молчат. Я думаю, окей, наверное, человек шаристый, ебать. Пизда, вайпнулись нахуй. Окей, поехали дальше. Так там же один или два человека вроде... Там летят 4 человека, потому что 4 пушки. Сядь просто в осадку, нахуй. Я тебя прошу. Так, и... Мирана, ты умеешь стакать клочедан? Стакать умею, летать не... Так, давай я сяду. Кто это говорит? Вар. А, ты сломаешь пушку, правильно все? Сломаю. Все, отлично. У кого нету, блядь, ищи, кого нету, короче, садись. Бомжовия нету. А то к бомжове заходи. Все, у всех разрушителях есть водилы. Вот я его хотел нечаянно поставить, ну ладно, вар закинь. У всех есть в разрушителях, блядь, эти стрелки. Да, есть. Все, заезжайте. Да, блядь, не закидывать, короче. Сталин, кто с тобой сидит, Сталин? Асус со мной. Один ко мне. Кто не сел? Нечаянно сядьте.
Арстайл, ты с кем сидишь? Док, ты тут? Аток. Я с нечаянно, я с Владимиром. Нечаянно. Асус, Вар, ты сел? Да. Блять, а кто там еще? Бонжови ноутбук сел. Шаперон, да? Или нет? Шо, а, что делать? Нет, лучше не надо, блядь, тебе вертушить лететь, если ты не знаешь, что там делать. Все вылетают, я хуй его знаю, короче, блядь. Вы не можете собраться, походу. В смысле, ноутбук сел? Ты все, вылетел? Или еще? Не, я в разрушителе водителя, а у меня в пушку заряжается ноутбук. Ноутбук. Какой ноутбук, блядь? А, блядь, ебать ты Никола, конечно, читаешь, аваху. У кого? Блядь, ну, бай, бай. Все, забудь, забудь. Ноутбук читаю. Все, все, сам не чай, у тебя сел? Тебе человек? А, ты сел, а у тебя кто сидит? Короче, сам ноутбук не загружайся. Окей. Будешь ноутбуком. Давайте. А где жаря? Да похую вообще. Лекич, давайте пуляйте эти посадки. Опа, сам буду. Давайте, дубль там какой-то тоже хуй знает, это 10-й, блядь. Закидывайте, закидывайте уже, загружайтесь. Че вы, блядь? Блядь, там сейчас так проебал. Блядь. Закидывайте людей. И дайте команду, сколько там человек у вас на пушке? Три на пушках. Три? Кто не закинулся, да. Еще? Вот, четвертый залетел. Все, пиздец, блядь. Блядь, это сделали. Стакайте лучше, блядь. Почему я стаки проебал? Сейчас нахуй? Добивают, все. Убьем. Хорош. Бля, это сделал. Бахнулся. Сберите, что ты слушаешь. Ты теперь сажался, я не могу к тебе сесть. Ты за хуйня сесть. Вылезти, просто заново сядь тебе, сонка. Или пусть он перелетит нахуй туда-сюда, не? Я сел. Сел? Кто закинулся, ебать, вы что, ёбнулись? Я команду давал. Там че на танке, ебать, или чё? Нечаянно, ты чё там, блядь, потерялся? Сядьте... А, кто-то сел? У кого нету, это, блядь, стахащих, блядь, собирателей клочеданов? Разрушители есть такие? Сядьте к Войду, ебать, кто-нибудь из танка, блядь, ускоря меня. Из этого, из мотоцикла всякие кто-нибудь к Войду разрушили. Подъедь, нету колчатана, вряд ли. Сели, Войд, нет? Да, едешь, куда мир. Войд, сели к тебе, нет? Блядь, ну забей, пометь. Я залезть к нему не могу. Просто держите колчатана до гнил. Пусть он пересядет, допустим. С дыхания сбили. Блять, колчедан, блядь, куда весь колчедан, блядь, дели на? Петя, колчедан, сбивать. Остатки, блядь. Блять, остатки проебал. Так ебаный стыд, блядь. Блядь, колчедан кончил. Например, езди спиной и стать. Зачем, блядь? Стреляйте колчеданом, блядь, нон-стоп, нахуй. Что, блядь, пьяные? Сбивайте колчедан. Нет, ты сможешь. Дай лутер. Лутера? Да, сейчас, отлично. Да ну нахуй, мы убили его. На пердячем пару. Просто сделать, блядь, простейшие, блядь, задачи, нахуй, это вообще не состояние, наверное, блядь, в мозгу. Сейчас сдох. На тебе, рейд. Ахуя, три сферки зато. Вам заходит.
Так, какой ты первый? Так, у нас один маг, да? Шаман еще. Да? Маг и шаман испугал, да. Шаман. Разбор. Да, я сам разберу, не будет. Это... Брейнк или как тебя там? Дима. Варч. Тебе нужно кольцо? У тебя дон не установлен. Это на баде? Да. Но ноутбук, где уже кольцо? Ноутбук, варч. Куда жарим ушел? Че, обиделся, блядь, или что? Ну и вообще, мне вообще поебать нахуй, иди путь, я обижаюсь дальше. Че, хуйню творит, да еще обижаюсь. Варч. Я видел, где-то здесь стол ставил кто-то. Так, вот эту шею разролен. Он не виноват был в вайпе? Он не виноват был в вайпе, да, Войд? Роль тише. Ты серьезно это мне пишешь сейчас? Он не виноват был в вайпе, да? То, что он не сидит в Дискорде, то, что он залез в разрушитель без моей команды, ебать, то, что он не закинулся на танк, ебать, и не сломал пушку, он не виноват в вайпе, правильно? Тише шею. 39-я шея, роль. Два тела не закинулось. Ладно, даже если там было бы три тела, я сказал бы пятому танку закинуться, ебать. Ты понимаешь, он сидит без Дискорда на РТ. Я въебал ему, потому что он залез без моей команды, без Дискорда, залез в разрушитель, ебать. Чел даже не знает, что надо делать, ебать, на этом боссе, ебать, ну, в этом танке, ебать. А он в него залазит. И ты говоришь, что я ему дал, блядь, несправедливо. Короче, пизду. Я с тобой не хочу вообще разговаривать. Так, ну нет, ты правильно говоришь, что за мода обижаться, вообще, ливать, если получил. Вообще неадекватную хуйню пишешь на воде. Я не знаю вообще, как ты рейдер рейлишь там где-то. Просто вообще не понимаю, нахуй. Я посмотрел, блядь, на тебя, когда у тебя чел нахуй на РТ, в Дискорд не зайдет, и тебе зарунит нахуй трай. Я посмотрю, что ты будешь писать. Я въебал челику ГП. Я въебал челику ГП заслуженно просто. Я никому никогда ГП не даю, ты сам это знаешь. Но он реально заслужил его, ебать. Вот ему нахуй, ебать, я прям не захотелось, прям душа захотелось ему въебать ГП. Поверь. Давайте. Нет, игра. Друида, ну, корнёйте эту компакт-бот. Компакт-бота в корень кидайте. Так он не первый трай залазил, кажется, в этом. Он не залазил, я его не назначал. Я знал, что одного человека нету в разрушителе, ебать. Потому что я кикнул у друида, точнее, он сам вышел. И тут хуяк, почему-то все разрушители полные, с нихуя. Я подумал, ладно, типа, человек шарится, залез, наверное, блядь. Корни как компоботу дается. Корни, ладно. Поводи с купола. Ой, ебать, я бы шар ради этого брал. Да, я проебался, я не под прок, я дал бы. Я забыл, что у меня вообще есть. Если, блядь, сама человек слакает, это одно, ебать. Но если он хуй забивает, тем более на рейла, ебать, это уже совсем другое, нахуй. Вот это уже меня бесит, нахуй. Он просто забил хуй, не зашел в Дискорд. Ты считаешь это адекватно? И ты еще пытаешься его оправдать, ебать. Ну, компобота. Корни киньте. Корни компобота. Корни. Хорошо. Держите его, понятно? Играем. Ноутбук, ты здесь? Только два пала вроде, что ли? Четыре. Красавчик. А, да, тоже. Ну, Бодя. Поле пала, я касочки раздам. Ну так, между собой разберемся. У тебя этот, что ли, не стоит? Нету, не стоит. Хайпауэра нету? Понятно.
Ты что, хуй не стоит? Я что ли? А что можно оставить? Что можно? Встал, встал, встал. Сейчас поставь. Блять. Поставь, пожалуйста, метку людям по краям. Потому что я что-то боюсь, нахуй. Куда выносить, блядь, белую и темную и белую сверху. Это на боди лутмастер, который. Что поставлю? Так, темное, нахуй, мы выносим лево-право, белое, мы выносим под босса левее миликов. Сейчас поставлю вам метки. Метки выносим. По команде все свищаются, блядь, в искру. Как только дали команду свитч в искру, все свитчат. Без исключения. Сакры, косакры. Чё? Косакры есть. Сейчас скажу. Лекич не сделал, хотя я просил. Джови есть. Асус сделал. У Асуса есть. У Холидеза есть и у Банжови. Ну, три массакра у нас. Три массакра. Первый Адаш Холидез, второй Банжови. Я скажу. Пропейте химию. Давай, все готовы? Сейчас, секунду. Стой, стой, стой. Там все готовы были? А, да, все готовы. Сейчас я... Готов? Давай, ДБР выдаю. Давай, давай, попку, давай. Не знаю, зачем вам ДБР. Метки в мили таунтить из паладинов. Потому что мы без гера сломаем его? Да, сломаем. А вот вопрос, зачем мы его так сильно тушим, или только после какого-то процента у него сердце падает? После процента. Ага. Я все равно думал, задумал. Бля, не задавайте мне этих вопросов, били, бейте сердце, быстро прожали. А больше сердца не выводите, блядь. Там по боту забери. Больше, больше. Тысяч. Слот есть? Пином зайти можно? Есть. Да. Ломобот есть? Там уже работа бьем. Там бомбот появят, по-моему. Ломобот, да, хилят босса. Готовимся, это будет. На боде. Нам нахуй. Поебал чисто. Играем вас. Воскру свич. Темный, вынесите. Ивашкин, Ивашкин, Ивашкин! Дальше. Да хватит. На боди. Давай ему, Полидес, так. Дал. Там он или? Ем. Ем иск. Next player. Санани. А ты где? Дамаш. Где мили? Я ты где? Ай, треугольник. Играем. Ваш. Хиливайте. Дайте геро. Вашки. Че, вилки. Че, да, герой, я пешком. Ну, вилки отпрыгнуть, ебать. Мишагу я. Мили, мили, мили. Вынес, вынес налево. Налево, левее, вынес. Метку вынес. Оставил. А вилки разве работают на этот дрожь, ебан? Да. Резко себе убить как. Ниша. Мед. Давай, бонжур, массакр. Не, вы сыграли в искру, били. Чайно. Так, у нас еще игра у вас, да, есть? Бальжур это давал? Да, давал. АКД.
висит. А, да. Класс. В СКУ игра. Болевая. Вы не... Нажимай. Асус жми. Асус? Да, волевую не поймите сейчас. Хит-хит и волевую. На боди. Там сейчас у Хоридеса хватит. В СКУ игра. Так раскатил сюда у Хоридеса. Хорошо. Скрузь, скрузь. Не идите за босс. Задоевадил. Калк. Нажимай. Продес. Жми Худес. Вы скрой, да? Обожаю 4 секунды. Катится. Ну, на следующий. Будет. Рога. Рога, рога, рога. Грайнус. Должен его успеть, по идее. На банжур нажимай. Либерсе? Не, я думал, успеем до раската. Или Сален. Сален вниз. Камень поставили, да. Хуёво. За таунт. Играем, играем. Паладин. Дальше, дальше, дальше. Куда ты? Нет, сказали, канал похороны. Ой, мы слышим. А Асус есть? Нету. Нажмите гейм. Ее есть? А, у вас приска нет. Прокируйте сами, давайте, потеть. Кири, блядь, нет. Флексич, дальше. Выноси, никак нет. Что-то я поставил. 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 Игра. Круто. Что я нажал? Есть, у вас сразу жми, хорош. Так что без команды, но пух. Что, доигрывай. Рога, рога. Доигрывай. Искру за таланс? Сейчас убьем босса, искру сеслить. А пропадет. О, Холидес, смотри, что тебе тут. Я давай не. Вижу, спасибо. Бля, 205-й ты орешь, нахуй? Я не буду 205-го брать. Это хоть и, блядь, это хоть и пуга рейд, нахуй, но, блядь. Так. Я 205-м, нахуй, это вообще. Это просто, нахуй, издевательство. Ну, у тебя два слота свободны. Я понимаю, что у меня два слота свободны, но 205-го, ебать? Ну ты хотя бы, блядь, ради приличия делал хотя бы ему шмотки, блядь, которые покупные. Блядь, так. Ладно. Пиздец, знаешь, да, ебать. Этот грудак нужен кому-то? Ты вообще рофл, нахуй. Мне, да, Холидеса нужен. Так у тебя же, по-моему, на столе ГД нету, нет? Ты с нами не ходил биполярно. Давай. Обиделся еще один, блядь. Вот этот посох. Фантыка. Здесь обидчиво, я ебу просто. Ивашкин тебе нужен? Ивашкин? Потому что я сгорел, ебать его в рот, нахуй. Я могу просто замутиться, иначе я бы реально буду вас всех душить, нахуй, весь рейд. Ивашкин, блядь. Пусть аптоха, нахуй, идет. Ты правильно делаешь, бля, потому что дисциплина должна быть на самом деле. Хильтесь, хильтесь. А эти тапки никому не нужны? А, он с нами ходил? И полярный разве был с нами? Да, кажется. Я его как раз взял. Блядь, ну что он своим 205-м даст? Что там, блядь, он танк и не передамажит нам даже. Да, ладно. Ладно, пусть идет, блядь. Да, это... уже место у нас есть, что не взять его, допустим. Антох, блядь, проведи их, блядь, по трэшу, я подойду, скажу в магазин за сигаретами, а то я боюсь, нахуй, я не выдержу.
сами бегут, бегут за лайдом. Ну, бегут а и... Да им даже трэш надо рейдить, если что. Если ты не можно знал. Одного забанить, пацаны. Они справятся, они сильные, малые. Че за хочешь делать упали на трэш? Тогда если что, я не успею, расскажи, что делать. Я там приду, людей назначу на метки. О, ебать. Я уже все съел, не бойся. Бля, выйду из большого болиса. Арбуз сыром, ебать вы, блядь, угарные, нахуй. Парни, все это бред. Они вас хотят за заблуждение. О, нормально, нормально. По мне, кстати, не скажут, что я жирненький, ебать. Натуральный дрик. Ой, ты где? Давай, пули. Метод не стоит спать? Что будете чиниться по КД? Идеальная форма это шар, не, я больше на спичку похож. Так вот, соло тенч, как в прошлый раз. Конечно, я везу. Я еще пиво пью, сижу здесь, хули, пока мы там добивали босса, до магазина уже сбегать успел. Понял, что это надолго. А, кто? Не, какой курить. Сейчас Саня придет. Опять ставят пизды и пойдем дальше. Пойдемте пока мы, наверное, тот трэш почистим. Чтобы сходу потом туда пройти. Как вам такая идея? Курите, курите. 3 минуты поставил, сам приду. Правда, успели бы трэш. Да, я о том. Все, пацаны, кто остался, пойдемте туда, выйдем, посмотрим, кто народ есть, нет? Ага. Никто не хочет, блядь, чистить. Лень, батюшка, лень.
Есть кто из орелов тут? Бать, там обзора, блядь, на вас. Кто где? Ты все. Ага. А чё вам это, девчонка, как её там звать? Фотки скинула свои? Конечно. Чё, нормальненькая? Приват только. Да? Заебись. Оказался Толик. Где? Приват 5 рублей, парни. Толика, да? Да, Анатолик оказался. Я тебе извиняюсь. Это охуенно. Вроде халявный, я тебе палец отдал. О, ФРД набрали. Да, зачем тебе все равно это круто? У тебя же, блядь, 20-й твинк. Подумаешь. Так, давайте бафайтесь. Поехали. Сейчас я вам рыб поставлю жить. Ивашкин и... Чё? Волевая, вы где? А, рыбку? Рыбка есть. Ты людей назначал? Нет, конечно. Куда же назначать? На рейндж. На рейндж? Нет, ты же назначил. Я назначил? Ну, ты говоришь... Потом придёшь, назначишь. А, ну да. Раба. Надо право дать ему. Дал. Перенес. Так, на рейндж встает, короче. После килла первого моба стоят два Эршама и Эллада. Это три. Получается, давайте. Три ханта. И Ивашкин, Мэйдж-Слэйер, я. Я поставлю на себя метку. Набирайте рейндж от меня. Не там, где вы захотите постоять, нахуй. А от меня набирайте рейндж 10, нахуй. Три ханта, три хила. И два человека, да, еще нужно два оранжевика. Парам-папам. Давай Мирана. Мирана. И давай. Давай дошут ты, короче, постоишь на оранже. Вот 8 человек. Три ханта, три хила, Мирана и Шика. Так, рыбу поели. Дайте пристабав, дайте флориба. Поехали. Надо в темпе вальса идти. Да, терчи даю. Стоите, хуярите, забираю, короче, я первый заберу стак, баф. Второй заберет, заберешь ты, Антон. Да нет, ты не будешь, пусть заберет. Я не могу пожелать игру. Ты можешь на пол таунт забрать просто, или правишь ВВ. Да, ладно, я заберу. Я хотел, чтобы терять ты забрал, но ладно. Рогас, Санани, ничего не хватает. Если баф, дайте баф по вару. Рогас, Санани, ты где, Санани? Репа, наберете вообще никого на. Рога. Раздуплился. Хант напуливает мастера рун. Хорош, давай, я в тебе верю. Во, давай, Войд, поехали. А где мы пет на хвалю? А, у меня петы пизданули, я понял, ладно. Нормально. Хуй, блядь. Я буду ездить. Блядь, так крутится ТПС. Это вообще чуть не варит. Будем опять сразу прохитить. Я сверю. Проводи, Зерон. А ты не будешь, да, подводить? Ты когда маленького тогда убьешь, подводи это спиной, чтобы легче было раньше набирать. Там большой у тебя сорвали. А его что, бьют, что ли? Ты еще знаю, видимо, да. И он ля, блядь. О, блядь. Я сейчас проверю. Как у него стрелом? Да. 270 тысяч. Ты адекватный? Полотен. Ну, это, наверное. А зачем ты его хуярил? Я пару раз вообще просто поражаюсь, да. Да, это жесткий парень. Это пиздец. Я походу не успел на перезагрузке добить, дайте ему станы.
Ничего, счет ближе. Сейчас вот спиной подводи к руне. Назначенные люди выбежали на рейндж. Все бьют, блядь, мастера руны. Хотя бы вот так подведи и все, все, все хватит. Похуй, даже если дамажить будут. Чтобы легче было рейндж набирать. Паладины можете бить в мили, я вам разрешу, чтобы стакали. Васкин, ты, конечно, клоун. Сказали же, в рейндж встать, я встал. В рейндж уже вокруг нефти, блядь, встать, где хочешь. Я же даже сказал вам, вы вообще не слушаете, походу, меня. Холидэ, сдай в массакру. На, нахуй. Дал. Ну все, уже поздно. Ты по телу упал, все, блядь, прохиливает. Страшно. Один на рейндж. Не заанонсили, блядь, разбежаться. Алло. Убирайте раньше. А, да, диспельте танков. Убирайте раньше. Два паладина. Все, постелят руну. От руны все отошли. Милите, кто там бьет? Рага. Даже я выбежу. Конечно. Стоишь на варе, бьешь и, блядь, сам дробный. Можешь просто... Все, блядь, два рата шли, ты один. Окей. Обновить не можешь. Все. Понятно. Ну, у нас людей на рейндж. Наверное, нажми и банжур сакру. Прохиливайте, пытайтесь. Банжур, блядь. Прохиливайте. На. Че, выбежать проблема или что, не понимаю? Все, упали. Хотел лежать. Не убьем. Войдите в лужу. Почему, блядь, ревара, не можете с блядь Сандером определиться, кто стакал? Что, ебнутый? Только давай по этой теме не будем людей душить, то... Ты так тут везде свалился. Резко на тебя бежат. Он стоит, ну типа в мили бьет. Типа все разбежались, вара. Сандером. Напуливаются раз. С пула. И все. Больше никто никогда не напуливает. Не будет с того цели, ебать. Блин, 6 на пулов, ебать. Нахуй тебе 6 по КД сдавать. Сейчас пойду. Я не понимаю, вот что вам мешает нажать свои сейвы, блядь? Когда вы выбегаете с лужи? Почему у меня умирают роги? Умирают вары, блядь, шивы. Блядь, за свой класс нахуй отыгрываете, если бы вы за него играете. А кто из варов умер? Короче, тут умер. Да вообще, блядь, тут у каждой прожимка есть. Тут можно выживать, когда лучше ебучий. Если даже вы заслакали, если вот, блядь... У вас в голове, нахуй, пинг 300, ебать. Все равно, блядь, можно выбежать, нахуй.